Они приехали в республику из разных уголков планеты. Чтобы Чувашия стала им ближе и понятнее, их друзья стараются больше времени проводить с ними вместе. На этот раз вечер дружбы студенческой молодежи «Созвездие культур» прошел в Национальной библиотеке. В многонациональной Чувашии проживают представители более 100 различных народов. Среди них студенты из 37 стран зарубежья. Для того, чтобы люди, особенно молодые, не испытывали коммуникативных проблем, проводится множество самых разнообразных мероприятий. От фестивалей языков до фестивалей культур. При всем разнообразии форм цель всегда одна и та же – научить человека уважительному отношению к традициям и культуре разных народов. Еще раз напомнить, что движущая сила прогресса – дружба и единство. Особенно это актуально в последнее время в связи с событиями на Украине и в мире. Поводом для вот этой встречи, встречи сегодняшней, был День народного единства. Ну, к нам присоединились студенты других национальностей, не только приехавшие с Украины, но вы видели, да, это вот, ну, значит, таджикской национальности, татарской, марийской, и были иностранные студенты даже. Очень бы хотелось, как бы вот это начало, вот этой инициативы, очень, мне кажется, уместной, всегда в любое время продолжить. Интернациональный вечер был не только познавательным, но и творческим. Язык искусства понимают все, даже если стихотворение чувашского поэта звучит на таджикском. На вечере также выступили с песней 17-летние сестры Маши и Даши Кондратьевы. В Россию девочки из Луганской области приехали в июле. Для проживания выбрали именно Чувашию, потому что здесь родилась их мама. Побывав на интернациональном вечере, они также поделились впечатлениями о нашей республике. Нам здесь очень нравится, здесь очень красивая природа, очень красивый город Чебоксары. И очень добрые люди. Да, здесь очень добрый народ. Мы здесь учимся в машиностроительном техникуме. Завели очень много друзей. Нас здесь даже обнимают чаще. В декабре планируется очередной вечер, посвященный истории и традициям празднования Нового года различных народов. Студентов ждет интересная программа и подарки. Анастасия Алангина, Евгений Анисимов, Республика.